Одним из наиболее известных и любимых тем Ренуара были портреты молодых женщин. Он мастерски передавал красоту и элегантность женщин, а также отражал их жизнерадостность и непосредственность. Клод Мане называл Огюста Ренуара величайшим художником женских портретов, и неспроста. Ренуар сумел передать женскую красоту и элегантность. Многие из портретов Ренуара были созданы в период импрессионизма, когда художники стремились изображать мир с помощью ярких красок и света. Ренуар также использовал этот стиль для передачи женской красоты и чувственности. Его портреты молодых женщин являются яркими и красочными образцами его мастерства и стиля, которые до сих пор восхищают любителей искусства со всего мира.